Добрый день. Сегодня я хочу сделать еще один обзор фонарика. Еще одного. Фонарик китайский из магазина такого, из большого. Вот. Что еще? Стоил он что-то, я не помню сколько, но я его купил, как обычно, на распродаже. Потому что когда, ну, не на распродаже, по-моему, слишком уж дорого стоил. Вот. Что еще о нем можно сразу сказать? Ну вот он заряжается он при помощи вот вращения такой ручки. Вот. И включается кнопочкой, чем мне он нравится, что вот есть, которые просто нажимные там. Ну, дешевых они напрямую идут. Вот, а здесь все-таки есть вот аккумуляторик, и его можно включить. Соответственно, он будет вот он светить. То есть мы его покрутили. То есть, конечно, на инструкции было написано, типа 5 минут крутишь, там чуть ли не полчаса светит, но на самом деле где-то это не так. Это минуту крутишь, минуту он светит. И при том, ну, аккумуляторики там очень маленькие, то, ну, нет смысла крутить 2 часа, 2 часа он светить все равно не будет. Ну, вот, включим, вот мы, значит, увидим, вот. Вот этот почему-то горит тусклее, если вот мы вот видим, сейчас он падает. То есть, когда мы его раскручиваем, вот, если яркость увеличивается, то, соответственно, оно вот, горят все сильно, когда там есть заряд. Когда заряда нету, то этот почему-то горит или вообще не горит. Я его тогда купил, домой принес, смотрю, он что-то не работает, как-то не так. Думал, что надо ехать, менять. Оказалось, надо покрутить крутилочку. Ну, вот. То есть вещь довольно большая, ну, чем хороша, что, конечно, что не надо батарейки. Ну, вот можно там есть видюшки переделать, сделать зарядник на телефон. Ну, вот я над этим думаю. Одним похимичить. Может еще аккумуляторы туда поставить побольше, потому что там такие совсем, ну, где-то вот диаметром вот с эту вот, вот эту вот линзочку. Даже, наверное, меньше такие. Ну, как часовые батареечки, там 3 штуки. Вот, хотя там места довольно много внутри для этого, для того, чтобы поставить. Ну, вот он стоит, по-моему, меньше сотни, поэтому для этих денег, в принципе, годная вещь. Ездил как-то я там с ним. Ну, чем мне не... Ну, чем он хорош, что, да, не надо батарейки, но вот чем минус, это вот он гудит. Вот вы идете, крутите. Скажем, вечером идешь по палаточному лагерю, а все знают, что это я иду по лагерю, потому что только я с таким фонариком. Вот. Поэтому, ну, как-то, если где-то еще, ну, не особо... Ну, надо не сильно привлекать внимание, то такой вот фонарик не подойдет. Так что, а какой хороший, маленький и компактный, я сейчас вам покажу в следующем видео. Спасибо. До свидания.